Семена огурца букет для мамы F1 подходят для выращивания в теплицах и на открытых грядках. Этот ранний сорт дает первый урожай через 40 дней после появления ростков. В каждом узле формируется от 4 и более завязей. Растение быстро разрастается, и чтобы его ветви не лежали на земле, используют опорные конструкции. Букет для мамы F1 – сорт, который порадует отличным внешним видом и хорошими вкусовыми данными. Плоды вырастают до 12 см. Их поверхность покрыта многочисленными бугорками. Плотные зеленые огурчики можно мариновать, солить или использовать для приготовления салатов и закусок. Огурец букет для мамы F1 – это однолетнее растение. Огурец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания огурцы прекрасно устроят телипца А и открытый грунт. Огурец букет для мамы F1 имеет раннеспелый срок созревания. Плоды огурца созревают в месяце июнь. Масса плодов приблизительно 110-130 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Обратите внимание, что огурец букет для мамы F1 – самоопыляемый, женский сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.